Привет всем, а меня зовут Дмитрий, и вы на канале PandaPlay, и, соответственно, мы играем сегодня в стример Daily, то бишь будем сегодня стримером, настоящим профессиональным стримером, который будет зарабатывать большие деньги, и, возможно, что-то получится у него. Да, игруха не новая, совсем не новая, она там что-то едва, год, три, я не знаю сколько, короче, много. Попробуем начать играть. Вот есть Switch, вот есть... Сеттинги, давай посмотрим. Fill screen, непонятно, что это значит. Есть тут Languages. Русский HMLE. Отлично, есть русский язык, это уже радует. Тут по графике меня все, в принципе, устраивает. Все здесь написано, все хорошо, главное. Новая игра. Имя персонажа, соответственно, меня зовут Дмитрий. Вроде как, о, на русском можно писать, ты гляди-ка. Дмитрий. Но название канала будет Panda Play на английском, соответственно, потому что она так называется. Play. Похож на меня какой, товарищ? Ну, типа, вот давай вот этот будет. Он больше всех похож, правда, я без очков, но это, наверное, пока что. Choose your характеристики. А что это значит? А это что? Ладно, пусть будет вот это. Мужчина. Рич. Ой. Чего? Рич селфиш. Subscribers reduction rate is 25% и минус 6 каждый день. Инстит 20% и каждые 5 дней. А рич. Продажи и продукты в инвентаре для 50% больше. Наверное, селфиш будет лучше. Ух, ёб твою мать. А, это два моих этих. Я понял, а вот это аватарка. Пусть будет вот это. Выбери свои любимые жанры. Мои любимые жанры, наверное, пусть будут survival. Hack and slash, fighting race, RPG, puzzle. Давай, короче, выберем с тобой. Пусть будет souls-like. И вторая будет... Что у нас первое? Survival будет хоррор. Survival, хоррор и souls-like. Соответственно, вроде как все хорошо. Начать игру. Rich is selfish. Не знаю, там остальные я даже не стал читать. У вас не использованное очко навыка, нажав клавишу Tab, вы можете использовать его в разделе навык. Ух, едите, в уклотике, как здесь много всего. Навыки. Сделка, игрок, стример, харизма, модератор, алчность, метаболизм, рекламодатель. Харизма. Увеличивает шанс получить подписчиков на 1%. Увеличивает количество фолловеров на 2%. Счет в играх повышается на 5%. Позволяет покупать товары на 5% дешевле. Спонсоры, сытость, доходы с работы и донатов увеличиваются. Блин, ну, наверное, давай Нет. Давай харизму вкачаем. Ну, тоже харизма это, блин, все-таки харизма это самое главное. Имущество. Нет машины. Биткоин у меня тоже нет. Дом уровень нулевой. Верхняя одежда нулевой. Короче, все нулевое. Телефон самый четкий, можно его даже не прокачивать. А основная информация. Здоровье 100, репутация 50, всего денег $200, ежедневные расходы минус 3. Уровень 2, требуется опыта 600. А до второго уровня или до чего? Потребности. Сытость у меня хреноватая. Популярные жанры RPG, Fighter и Souls-like. Игра популярная в Fallout. Не популярные жанры. То есть мне придется в FPS играть. Или в Battle Royale. Как жаль. Ну и хрен бы с ним. Что у нас здесь есть с тобой? Компьютер. Компьютер есть время 6 часов. Непонятно, утра или вечера. На самом деле, типа здорово. Выглядит все симпатично. А это что такое? B5 меч. А B5 меч это что такое? А что это микрофон? А B5 меч это что? Прыгать не могу. Ну, похоже тоже на микрофон. Но, скорее всего, это вебка, скорее всего. Ну, похоже на вебку. Крошечный коврик для мыши. Беспроводная мышка. Himalaya Quest. Непонятно, зачем такое название длинное. Корпус. Левый клик. Сборка ПК. Включить-выключить компьютер. Да, включим. Чё, нет? Я ж включил? Или не включил?
30 Гц монитор, этот монитор не подключен к компьютеру, кликните на корпус и выберите сборг ПК. Что у меня здесь есть? Оставайся живым в апокалипсисе survival, Forgefulness horror и Souls-like Light Souls. Соответственно, так, здесь у нас... Это как Dark Souls, только Light Souls. MCI, T-Force, на 100 гигов HDD, процессор какой-то, очень-очень хороший, книжная полка. Это, я так понимаю, оперативная память. А вот это, я так понимаю, кулер. И хрен бы с ним. И у меня огромный постер есть, и пойдем в дверь посмотрим. Левый клик, открыть список возможностей. Восполнить сытость, восполнить энергию. Сытость надо восполнить. Поесть дома платит, твоя семья платит 1 час. Короче, когда будет поменьше у меня 50%, примерно хотя бы 20%, тогда будем есть. И есть сборка ПК. Материнская плата не установлена. Конечно, вот это. Видеокарту установить 970-ю T-Force. Видеокарта вторая. Ничего себе. Так, Outel Seed M3-7100. Какое огромное название, длинное. Ozu Crosshair. Это как будто бы, как ее называют, Corsair, только Crosshair. HDD. NVMe монитор. Монитор 30 Гц, естественно, какой у меня еще-то есть. Клавиатура Гималая, почему-то все лежит на одном месте, в одном месте точнее, а не работает. Микрофон, наушники, это наушники, а я думал, это какой-то кабель. Камера, видишь, B5. Какая классная камера. Интернет-роутер, 4 мегабайт скачивать, 0,5 мегабайт отправляет. Ну, круто тоже, как бы, ну, типа, знаешь, с чего-то надо начинать. Установить лучшие детали. И назад. Назад. Все. Так, чё-чё-чё-чё-чё? Используется ПК. Включить. Компьютер не запущен, используйте что-то там. Microsoft PC. Microsoft, точнее. Садимся. И играем, наверное, Mailbox. О твоих стримах, друг стример. Если ты помнишь, я сказал, что ты можешь спрашивать меня обо всем, что касается стрима. Теперь я научу тебя самому важному. Теперь лучше у тебя компьютер. Чем лучше компьютер, тем выше качество стрима. Логично. Ты отправил мне характеристики компьютера, и я увидел, что у тебя все плохо. Первое, что тебе нужно, второй монитор. Так будет комфортнее вести стримы. Имея второй экран, ты можешь играть в игру и видеть информацию о стриме одновременно. Первое, что тебе нужно сделать, накопить денег и купить монитор. Удачи. Хорошо, спасибо большое за удачу. Будем пробовать накопить денег. Как дела? Привет, кузин. Тетя упомянула, что ты собираешься заняться стримами. Я предлагаю поспорить. Я верю, что у тебя это получится, заработать 100 фолловеров. После 100 фолловеров я отправлю тебе $100. Идет? Ну, естественно, идет. Уважаемый Дмитрий, мы рассмотрели вашу заявку на нашу платформу и готовы сообщить, что нет никаких преград. Можете начать стримить, когда захотите. Желаем успехов. Свич. О стримах, отец. Мы поговорили с твоей мамой сегодня. Она упомянула, что ты собираешься стримить. Ты знаешь, что твоему новорожденному брату нужно высыпаться. В доме должна быть тишина. Поэтому мы перенесли твой компьютер в гараж. Это временно. Люблю тебя. Хорошо. Хорошо. Ничего страшного. В гараже как бы даже более комфортно, что ли. Типа никто не мешает, и ты не стесняешься ничего. Сидишь себе спокойно и стримишь. Ладно, давай попробуем OBS запустить. Ёшкин кот, прям как я. Во, в целом подходит. Обычная игра, Counter-Attack World Offensive. Купить. У меня вариантов даже других. Опа, звук какой знакомый. Знакомый звук из всех игр, где когда ты что-то покупаешь. Установить. 6 часов. А чё, надо-то? Загружается. 6 часов мы с тобой должны ждать. Я так понял. Ничего себе, как долго. Да. Какое ужасное управление. Загружается. Не загружается. А как время пропустить? Типа, можно же ведь как-то это сделать? Я рад, что он изнашивается. Что мне делать все это время? Как это все работает? Газолин загружается. Сколько будет загружаться?
Не хочу. Нет, не, отменить. Загружается. Просто я хотел бы посмотреть, как его называют, прогресс установки, загрузки установки. А его здесь нет. А его, блядь, его здесь и не будет. OBS, SD-браузер. Финансы магазина Forest Fake Forest Финансы. Магазины. Ух, нифига себе, а тут что, дешевле, что ли, получается, или что? Да. B2 $580. B2 $550. Здесь все дешевле. Только, видать, риски шопинг. Да, риски шопинг. Здесь, видать, могут еще и кинуть. Но нам такое дело не надо. Нам нужно с тобой что купить? Нам нужно с тобой купить монитор. Мониторы, капец, какие дорогие. Хочу тебе сказать. Хотя, у меня $170. Почему $170? У меня же больше гораздо. А почему 170-то, блядь? У меня же больше было. У меня же, блин, было всего $200, да? Я купил... А, я купил игру за 30. Все понятно. Так. Horsepower 60 Гц, 8 миллисекунд. 5 миллисекунд. Такие секунды, миллисекунды, они мне нахрен не уперлись. Мы с тобой пытаемся... Пытаемся купить хороший монитор. Давай вот такой вот купим. Чтобы наперед, так сказать. Хотя... Вот этого за глаза, мне кажется. Так, корзина. Купить. Корзина пуста. Ну, я знаю, что корзина пуста, потому что я только что все купил с корзины. А, что там в газолине? Загружается. Это может происходить бесконечно. OBS. Survival. Играем. Survival. Соответственно. Так, поближе. Повыше чутка. Поближе. Левее. Отлично. Вот так будет гораздо лучше. Так, у нас здесь с тобой есть за деньги улучшения. Мне не нужны. Хромаки, эмоджи, значки подписок. Это, конечно, здорово. If you activate this toggle, the viewers will watch and select random events. Вы начнете стрим с 30 зрителями. Channel name. Panda Play. Соответственно, Panda Play. Попросить о бусте, настройки стрима, запустить стрим. Альтап я не буду нажимать. В играх жанра сарвайва вам необходимо собирать ресурсы, падающие сверху. Вы получаете очки за каждый поднятый вами ресурс, но в то же время теряете их каждый раз, если вы упустили его или подобрали пустую бутылку. Качество видеокарты, процессора и оперативной памяти увеличивают количество очков, которые вы можете заработать. Хорошо. Угу. Population 15. Так, а как работать-то? Чё я нажимаю? Чё делать надо? Подожди. Как здесь сложно-то? У меня есть 100 деревьев, 1 буллет и 10 аптечек. Соответственно, 10 амуниции у меня точно нет. Чё вот это такое? Точно это не амуниция? Точно не амуниция. Так, коллект, какие-то пилы, какая-то хрень. Построить из 100 деревяшек госпиталь. 10 деревьев дает. Это мне не надо. У меня есть, я так понимаю, вот это что такое? Непонятная какая-то хуйня. Так. Собрать дерево и потратить амуницию. 5 амуниций. Мне нужно то, что дает мне амуницию. Наверное, воркшоп из 10 работников и вот... О! А, я потратил, все, понятно. Так, и что мы ждем? А мы ничего не ждем, у нас больше делать нечего. Все, зашибись. А, надо бегать. Ёпти, смотри, какая красота. Вот теперь хоть немножечко более интерактивная игра.
Насобирал-то, гляди-ка. Какая сложная игруха. На самом деле она, блин, мне больше даже нравится, чем Streamer Daily. Так, мы с тобой насобирали амуницию. 5 амуниций у меня нет. То есть на деревья можно собирать вот так. Достаточно интерактивно, хочу заметить. Счет пошел вверх. Он прям, знаешь, он прям идет и идет вверх. С учетом того, что я особо ничего не проигрываю, ничего не теряю там. Я сейчас на самом деле вообще ничего не уронил. Прикольная, слушай, игруха. Счет 750, 118 деревьев и 3 амуниции. Что делает вот это? 10 амуниций можно залутать. За 10 амуниций, точнее, залутать. У меня всего 3 амуниции, поэтому делать нечего. Так. А у меня нет столько. У меня столько нет. Давай деревья опять к этого самого лутать. Или может вот это? Во! Ой, что такое? Это пустые банки, а я их не вижу даже нихера. А я их не просил. Я банки-то не просил, пустые. Да, блять, я до них даже не дотрагиваюсь. Какая-то несправедливая игра, по-моему. Блять, 2 собрал случайно, я не специально. Правда. О, амуниции поднасобирал. О, хорошо, хорошо пошла. Угу. 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 Я вот тут почилю. Так, 25 амуниций. Теперь я могу залутать аптечки. Зачем, правда, непонятно. То есть деревья — это самый простой ресурс. А приседать можно? Нельзя, слушай, нельзя даже присесть. Вот это обидно. Дрова, амуниция, вообще все летит. Музыка такая нагнетающая, как будто что-то происходит страшное. На самом деле, нихера страшного не происходит. 865 очков зато у меня есть. Так, еще по аптечку. Блять, чуть-чуть не успел. Ладно, ладно, хрен с тобой. 5 амуниций можно залутать. Домик. Из домика выпадает, соответственно, опять что-то выпадает. Ай, все, уронил. А мне счет до конца должен дойти или что? Или просто я по приколу тут нажимаю кнопочки? Просто хрен его знает вообще. Мне нужен косарь очков или что? Ну вот вам косарь очков. Вас захостил другой стример. Поблагодарить стримера за хост. Количество ваших зрителей увеличилось на 50%, и ваша репутация увеличилась на 10%. Поблагодарить тех, кто пришел со стримером. Количество ваших подписчиков увеличивается на 10%. Не может превысить максимум число подписок и не может быть больше 10% ваших зрителей. Давай вот это. Так, у меня есть... Что у меня есть? Амуниция у меня есть, все вот это есть. Время 8.59, хочу заметить, почти прошло время для того, чтобы установить ту чудесную игру, потому что она 6 часов устанавливается, 6 часов до 6, ой, 6 часов, 12 часов, еще 3 часика осталось. Так, можно построить, так, 2500 нужно вуда, так, это дает 10 вудов, три воркера, а что у меня воркеров, воркеров 0 у меня. А что такое? А, мне не хватает, я понял. Лутать. Ну, будем бегать, сейчас бревна собирать опять. Больше 1000 нельзя собрать очков, поэтому будем с тобой наслаждаться тем, как они уменьшаются от того, что мы что-то потеряли. Ну, блять, как бы ничего страшного. Все чики-пуки будет сейчас. Не знаю особо смысла этой игры, я не понимаю, что нужно делать, но что-то делаю. Что-то делал, как будто что-то понимаю, но на самом деле нет. Мне, так я так понял, нужно по итогу построить вот это вот. Но у меня столько всего нет. 25 этих. У меня 25 человек.
нужно по итогу 50 работников. 50 работников нужно. И 2500 вудов. 2500 вудов это очень-очень много. Так, тут нужен полтюшок и два воркера. Полтюшок. Так, короче, дома строим с тобой. Дома строим. Дома строим, вырубаем деревья. Строим дома, вырубаем деревья. Строим дома, вырубаем деревья. Как бы, ну, типа, ну, как бы стратегия простая. Мы с тобой разобрались со стратегией, просто нужно теперь ее придерживаться. Не знаю, насколько долго мы всем этим будем заниматься с тобой, но думаю, что долго. Думаю, что очень долго. Возможно, на нас будут подписываться люди какие-то, а возможно, и не будут подписываться. Хрен бы с ними. Пусть не подписываются, мы с тобой играем в игрушку и сидим в гараже. Так, 76 монет, так у меня точнее 76 деревьев есть. И 18 медкитов. Медкиты мне нужны, потому что медкиты это как бы, ну это типа нужно. Один медкит everyday дает. Everyday медкит. Так, два воркера. Build госпитал. У меня 25 человек используют 5 медкитов каждый день. То есть по факту мне нужно их периодически восстанавливать, хотя бы наловить. Блять, не могу построить, не могу ж построить. 10 деревьев мне дают каждый день. 10 деревьев это, конечно, круто. Но там 3 воркера надо, а 3 воркера это типа не круто. 10 часов время. Ну и ладно, давай дальше. Амуницию сейчас подберем с тобой. Когда амуницию подберем, можно будет идти и палатки грабить. В палатках есть медкиты. Ну как я понял, да? Типа, вроде как бы я правильной логики придерживаюсь и мыслю в правильном направлении, но не факт, что у нас с тобой что-то сейчас получится. Я играю в игру в игре и думаю, что у меня что-то получится. Так, домики. 5 амуниции. Да, вот, вот амуниция. 5 амуниции я трачу. И получаю вот уже 3 медкита. То есть вот я насобирал уже на день. Вот еще почти на день насобирал. Вот тебе на день еще. Я так понял, когда очки приблизятся к нулю, мы с тобой проиграем просто. Нам это не нужно. Мы можем выиграть с тобой только так. Тут легко как бы выиграть. Сытость ниже, блядь, 20%. Доход с донатов 0, фолловеров 76. Ни хрена себе, какой я большой молодец. 76 фолловеров. Настройки стрим, перед стримом, тыры-пыры, 8 дыр. Так, выйти из ОБС. 11 часов. Газолин. О, почти загрузился Counter-Attack World Offensive. Пойдем пожрем, что ли? Что делать-то? Пойдем пожрем. Достичь 100 фолловеров нужно. Так, идти за покупками, восполнить сытость. Мне нужно как бы это самое... Вот тут похавать. Мы поели, это хорошо. Когда мы... Главное, что мы поели, как говорится. Идем с тобой, дальше стримим эту игрушку. Хотя, может быть, в другую какую-нибудь поиграем. Давай попробуем в другую. Типа газолин. А, не, не газолин, мне нужен ОБС. ОБС, что такое был за звук? Странный звук. А, лучше... Что за звук? Настройки стрима, общение с чатом, Souls-like, это все непопулярно, настройки. Так, подожди, давай выйдем, зайдем в газолин, установим вот это чудо. Мгновенно установил. Сколько денег у меня? $250. $250, то есть... А-а-а, смотри-ка. У меня теперь есть еще и эта игрушка, OBS. Общение с чатом, популярность сегодня FPS. Опыт 0. Тут больше я ничего сделать не могу. Так. Играем. ППС. ППС мы играем же, правильно? ППС. Блин, я смотрю, вот у меня сейчас рамочка моя, я именно, в которой сижу, немножечко, так скажем, не с краешку. Поэтому, блядь, наверное, тебе будет не очень комфортно смотреть. Хотя, хрен знает. Дай-ка сейчас я прям вот так вот тыкну. А я не могу тыкнуть. Могу. Могу. Ля, оп. Блин, я все равно сижу как... Оп, вот так вот. Оп, вот так вот сделаю.
Вроде бы ровно, то есть вроде бы по краешку. Там из-за того, что маска вот эта обрезающая краешки наложена, из-за этого имеется такое вот ощущение, будто бы не ощущение, а вот просто она обрезает края, и поэтому обрезается вот этот миллиметр, и поэтому так, есть. Перед стримом мы с тобой ничего не будем делать, запускаем стрим и играем. В играх жанрах FPS вы должны пытаться отстреливать врагов, появляющихся на экране, нажатием ЛКМ. Вы зарабатываете очки с каждым убийством врага, но теряете, если цель сбежала. Видеокарты и оперативная память влияют на количество очков. Качественные клавиатуры и мышцы сокращают скорость у ворота цели. Все понял. Давай попробуем. О! Круто, слушай, прикольно. Вот это FPS, вот это я понимаю. И сколько мне надо настрелять их? Я просто понимаю все, как бы, ну а сколько мне надо в них играть? Очень популярный жанр, просто обосраться, блядь. Дамага побольше. Гренада. I used with space K and kills all enemies. Нет, давай мы с тобой дамаг побольше сделаем, потому что дамаг, он всяко лучше будет. А, ну, дамаг сделаем тогда. И сделаем вот это. Продолжать. Во, пошла жара. Хотя, что пошла-то, елки-палки, они как убегали, так убегают. Блять, я в минус играю-то. Они еще и в меня стреляют, ты гляди-ка. В ноль счет ушел, ты смотри. Дамаг, хочу. Гренаду. Гренад без гренад вообще никак. Все. Почему-то у меня, понимаешь, почему-то... Почему-то. Я не могу набрать очков. То ли я просто не рожден для FPS-а, то ли еще почему-то. Слушай, вроде смотри, пошло. Во. Армора побольше, дамага побольше и еще армора. Так. Блять, они очень быстро пропадают. Это невозможная какая-то FPS-ка. Они убегают быстрее, чем я их убиваю. Какая-то несправедливая игра, по-моему. А за то, что я промазываю... Да, за то, что я промазываю, тоже убирают очки. Я понял, почему я мог проигрывать. Давай вот так. Да, вот так сделаем. Будем стараться выигрывать. Нервоз, смотри-ка. Три раза почему-то нажимаю, не знаю, само. А, в голову можно вообще с первого раза чпокать. Ты гляди, какая красота. Да попади ты. Вот. Здесь мы с тобой вкачиваем просто здоровье. Ну, что такое? Почему они, блин, не умирают с первого раза в голову? Что это такое? Что это значит?
Тяжелая игра какая. Ну смотри, пошел счет вверх хотя бы, уже хорошо. Че, это было? Мне кто-то задонатил или че? Если да, мне хоть есть будет что, а то я, блин, сижу голодный дома. Так, соточку нужно восстановить здоровье. И потом уже не париться. Так, так. Да что такое-то? Ой, они что, они стали еще сильнее? Почему-то у них с двух выстрелов они больше не выходят. Во. Что-то пиликает. Возможно, это подписчики, возможно, это еще что-то. Пока еще неизвестно. Я пока еще не понял, что это за звуки. Так, у меня хпшки мало. Это как бы никого не волнует. В Туловку? Ваши интимные места очень сильно зудят. Выключите камеру и почешите места, которые зудят. Количество зрителей уменьшится на 10. Будьте терпеливы и не чешитесь. Ваше здоровье снизится на 10. Вообще, типа, ну... Лучше все-таки позудеть, почесаться, потому что, ну, здоровье превыше всего. Да что ты будешь делать? Какая интересная история. А что, нельзя не выключать камеру и почесать? В чем проблема-то? Ну, типа, как будто там кто-то что-то не видел, ну. Да гала-то раздеваться не обязательно, можно просто почесаться, да и все. Ой, лишний раз пальнул лишний раз. Хоп, хоп. Мы сейчас до косаря догоним. И тогда будем это. И можно будет выходить. Они пропадают в момент, когда я стреляю. Так, Виапон, естественно, вкачиваем. И здоровье осталось вообще нема, прям. Так. Я сейчас что-то нажал, я не специально, я даже не читал. Я не мог прочитать, потому что я не видел. Я не успел, просто не успел, понимаешь? Ой, что-то там звуков как-то много стало. Так. Ну, 995 очков, тут как бы вообще все отлично, я бы сказал. Тем более вот эти звуки пошли, я так понимаю, что, возможно, люди меня смотреть стали. Elos Game Record 2224. Альтап. Кто-нибудь может подарить мне подписку, пожалуйста. Так, что у меня там? Сумма донатов 0. Репутация такая-такая-то. Рекламировать стоит... Зрителей 2, максимум 10, подписчиков 0, максимум 1. Фолловеров 129, максимум 4600. Дневной лимит 129 из 211. А можно просто выйти отсюда? Типа, ну, я не хочу больше играть. Так, подписчиков 0, фолловеров 53. А что-то, это что значит вообще? Фолловеры это как бы есть, подписчики нет? Я может что не понимаю. Выйти отсюда. Давай зайдем с тобой в браузер, в другой, в Switch, в свой, зайдем и посмотрим свой профиль. Можно как-то посмотреть или нет? А что, зачем это надо вообще? А это зачем надо? Какие-то бредни какие-то. Вижу, ты увеличил число своих фолловеров. Я отправил деньги, но теперь я хочу сделать серьезную ставку. Легко получить фолловеров? Но насколько твои зрители любят твои стримы, чтобы купить подписку? А, я отправлю тебе $200, если ты получишь 5 подписок за 7 дней. Время пошло, когда я отправил письмо. Хорошо.
Хорошо, давай посмотрим с тобой. Чё посмотрим с тобой? Посмотрим с тобой, сколько у меня денег вообще. $206. А еды у меня сколько? Поспать вообще надо. Время 20:24. Есть рано еще. Давай мазерборд купим. Мазерборд с тобой купим. А подожди. Подожди, выйти. На тап надо нажать и навыки прокачать. Потому что навыки — это круто. Харизма. Вот фолловеров. Во-о-о. Сейчас вкачаем имущество стримеров вкачиваем. И будет вообще все круто. Так, машина, гостиная, диван, кухня, гардероб. Это все мне не нужно. Получить 5 подписчиков, купить материнскую плату не ниже уровня 2. Что у нас там? 42 минуты, ошалеть, я уже записываю. Давай материнку купим. Материнку купим и будем спать спокойно. То есть ляжем спать и закончим запись. SD-браузер, Forest, материнская плата, уровень 2. Давай в корзину. Корзина купить. Через 3 дня. Едь колотить. Во, как долго ты еще. А куда они придут? Хотелось бы мне знать. А что мне нужно с этим сделать? Восполнить энергию. Спать. 7 часов. Подтвердить. Мы отдохнули. И, соответственно, мы с тобой заканчиваем сейчас серию. Сытость. Сытость надо похавать немножко, сходить. Поесть дома. Часок потратить на еду. Мы поспали с тобой. Время 5 утра почти. И можно спокойно сейчас заканчивать игрушку. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилась игра, пишите в комментариях. Обязательно мы будем продолжать играть. А если нет, то нет. И... ставь комментарий, пиши лайки, и увидимся в других играх, в других сериях, возможно, и пока.